Ну что, друзья, всем привет еще раз. В общем, сходила я в магазин два раза. Купила то, что хотела, и даже купила, как говорится, немножко еще. Так, чек в спаре у меня 2048. Плюс я еще до этого сходила и купила с палатки. Я купила дыню и арбуз. Так, сейчас я вам все покажу. Купила дыньку, торпеду. Вот такую вот дыньку, кстати говоря, сейчас, когда пришла, прикиньте, прям она, прям вообще, она пахла прям на всю комнату, на всю квартиру. Мне предлагали большие, я взяла чуть поменьше. Ах, хорошая очень дынька. Наверное, это будет уже в последнее в этом году, потому что первая и последняя торпеда в этом году, потому что мы еще не покупали. Но это еще не все. Кстати, дынька мне вышла где-то около на 200 рублей, она по 65. Так, надо ее сразу выложить. Так, вот такая вот шикарнейшая дынька. Там были, конечно, здесь где-то примерно 2,5 килограмма, там были еще больше, но я уж не стала большую совсем сильно брать. Еще также я купила арбуз, моя хорошая. Арбуз не удержалась, вот такой вот арбуз. Ой, так и просится на вкус. Вот такой здоровый арбуз, здесь практически 10 килограмм. Ребятки, ой. Это типа астраханский, мне сказали, что хороший. Смотрим. Вот такой попочкой там туды-сюды. Вроде такой хороший. По звуку достаточно такой хороший звук. Ну, не знаю, будем резать чуть попозже. Я думаю, будет вкусный. Если вдруг мы не съедим, мы сделаем из него какой-нибудь фреш. Так, ой, все, вот еще и арбуз. Но это не самое интересное. Так. Арбуз у меня укатился. Так. Вот видите, таскаю, еле-еле доперла. Вообще реально еле доперла. Вот где у меня муж шарахается, пока тут жена, понимаешь, продукты покупает. Так, еще сходила в спары, купила продукты. Продукты. Так, для начала купила вот такую вот лепешку узбекскую. Вкусная очень. Укроп. Не смогла удержаться, взяла вот такой кишмиш. Так, взяла кефир, помидоры. Так, взяла муку, как хотела. Сосиски. Будем все с капустой делать. Так, взяла яйца. Взяла селедку. Все-таки я ее взяла. Хотя, знаете, пришла уже, думала не покупать. Так, взяла еще сыр. Взяла хурму. Слушайте, хурма, но... новый, инжирный, я просто не удержалась. Так, ну и взяла женский набор. Так, пакет дырявый, сразу выкидываем. Так, ну это еще не самое интересное. Так, еще у нас вот тут вот. Взяла салфетки. Так, взяла капусту. Были только большие вилки, поэтому я взяла капустку вот такую вот. Я подумала, знаете, я сделаю щец еще. Да, я сделаю щец. Я купила, кстати говоря, эту индейку. Я хочу сделать хороший вкусный щи с индейкой. Вот. То есть не только тушить, но еще и супчик сделаю. Так, еще, моя хорошая, не удержалась, взяла манго. Китайское манго. Так, взяла огурцы. Что у нас тут еще? Взяла индейку. Вот такой кусочек, грудка. На 254. Она вообще по 299. Так, что еще взяла? Взяла молоко. Я за ним пошла. Кстати, кефир не взяла. Так, ну опять женские штучки. Так, и взяла картошку. Но я ее взяла немножко, потому что мне немножко не надо. Давайте я ее сразу уберу, потому что она у нас сыпется. Так. Так, сразу картошку уберу. Ну, картошка, она и в Африке картошка. Я взяла, кстати говоря, грязную, так сказать, картошку. Она достаточно неплохая, недорогая. Да. Так. Сейчас мы с вами пробежимся по ценам. Что у нас там по ценам? Так. Что-то она не засовывается. Давай, давай, пихайся. Так, ну, в общем, вот еще картошечка. Так, мои хорошие, что у нас цен? Господи, я упарилась. Я два раза ходила, я уже просто устала. Я просто ужасно устала.
Так, 2 пакета 6 рублей. Кстати, мне говорили, берите с собой какие-нибудь, не знаю, сетки. Не знаю, мне неудобно с этими сетками. Так, давайте сразу скажу. Мука. Мука. Я взяла 1 килограмм. Нижегородская мука. Вот такая вот у нас. Вкусная, хорошая. Мука. Она на 26 рублей 90 копеек. Там были большие, 2-килограммовые, но я не стала покупать 2-килограммовые. Я подумала, нам достаточно пока вот такой. Если, грубо говоря, разойдусь по какой-то выпечке, куплю еще. А так, чтобы она не валялась и так далее. Так, виноград кишмиш. Слушайте, отличнейший вообще виноград. Он такой мелкий-мелкий, смотрите. Видно вам? Вот такой вот виноград. Он на 103 рубля 95 копеек. Так он был по 199. Это какой-то новый сорт красный. Он такой мелкий-мелкий. Знаете, вся ветка прям она облеплена. Прям вся облеплена. Вот такой вот виноградик классный. Так. Дальше. Салфетки бумажные. Салфетки бумажные. Я взяла самые простые. Вот такие вот смарт. Салфетки. Они стоят 17 рублей 90 копеек. Вот, потому что, ну, знаете, сильно таких фердиперстовые я решила не покупать. Так чисто вот салфеточку взял, вытер и вытянуть не жалко. А там были салфетки там и по 100 рублей, там 3 штучки чуть ли не, и дорогущие, я уже не стала брать. Так, дальше что я взяла? Я взяла сельдь атлантическая. Хочу картошечки просто с селедочкой и маринованным лучком. Что-то мне как-то захотелось, знаете, вот такой вот русской кухни, обычной, не какой-то выпендриваюсь, ну, большой, это, короче, простой кухни. Вот. Так, сельдь атлантическая, она по 169, я взяла на 59 рублей 80 копеек. Вот такая вот селедочка, хорошая, вкусная, надеюсь. Пахнет хорошо, я ее несколько пакетиков, завтра будем ее кушать на ужин. Дальше. Ну, тампоны женские, контакт 149 рублей была хорошая акция, я не смогла пройти мимо. Дальше. Сосиски баварские. Я хочу потушить капусту. А капусту я хочу потушить сосисками. Я взяла вот такие вот сосиски. Они достаточно такие маленькие, видите? Но прикольно. Мне сказали, они такие подкопчененькие. Стародворье очень хороший продукт, мне нравится. Такие сосиски на 149 рублей 90 копеек. Да, вот буду тушить сосисками капусту. У меня будет капустный суп, щи, и будет вот тушеная капуста. В общем, все из капусты у нас будет. Опукаемся. Так, дальше. Ежедневные прокладки Discreet. Кстати, была тоже очень неплохая акция. Мне нравятся вот такие вот прокладочки, тушенки. Ежедневки. Очень тонкие и классные. Я предпочитаю такие брать. 189 рублей 90 копеек. Их реально прям не чувствуешь. Я пробовала всякие, знаете, там и котексы пробовала, там и всякие Белла и прочее. Вот, по-моему, вот это они самые хорошие. Так, молоко Спар Ультра. Молоко Спар Ультра я взяла по акции 1,5%, 45 рублей 90 копеек. Я не стала брать самое жирное, в принципе, на кофе, там, знаете, на какую-нибудь выпечку там, или еще что-то. Я взяла вот один такой пакетик, ну, если что, пригодится. Дальше, кефир Княгинино. Очень рекомендуют пить кефирчик, но я взяла на этот раз обезжиренный, что-то не хочу жирного кефира. Если вдруг вечером сгрустнется, вот так вот, раз кефирчик, а бутылочку, и жизнь заиграет яркими красками. Так, кефирчик у нас стоит 37 рублей 90 копеек, он свеженький, хорошенький. Так, дальше, манго желтая, ребята, просто не смогла удержаться, взяла китайское манго. Оно вот такое вот мягенькое, я думаю, оно полежит денечек-два и будет еще лучше, вот такое вот манго. Оно достаточно мягкое, оно, надеюсь, что сочное, оно ароматное. Ребятки, видите, вот такая вот у него попочка, в общем, все хорошо. Вот, я думаю, через пару дней можно будет его скушать. Ну, раз уж у нас Таиланд не получается, то мы, грубо говоря, сами решили что-то вот такого поесть. Правда, это, конечно, не тайская манго, это китайская. Там, кстати говоря, было... Кстати, такой манго, сейчас скажу, сколько стоит. Так. Манго желтая. Оно по 41,90 за 100 грамм было. То есть по 419 рублей. Вот такой вот манго на 272 рубля. Фига себе дорого. Там еще было манго израильское. Одно было такое, знаете, зеленое, большое, да, то есть оно внутри оно бордовое. А еще было манго такое, знаете, красненькое. Но красненькое оно было по 89.
Дорого израильское манго, я вам скажу. Очень дорого. Дальше. Филе большой грудки. Филе большой грудки, это у нас индейка, 254 рубля. У меня вышло здесь 850 грамм. Я думаю, как раз на один раз сварить супчика будет отлично. Я прям его, знаете, прям порежу сразу порционными кусочками, и будет очень вкусно. Я не буду отдельно отваривать. Так, дальше. Просто вот мне захотелось супчика, знаете, я подумала, раз уж у меня такая большая капуста, такой большой качан, а что бы ему пропадать, сделаю-ка я сразу и суп, и первое, и второе из него. Вот так вот. Дальше, картофель белый, картошка. Ну, вы видели. Картофель белый, новый урожай, по 11 рублей 90 копеек. Господи, всегда были такие цены хорошие. И такой хороший картошка. На 19 рублей 87 копеек. Дальше. Огурцы короткоплодные. Не вижу. Так, вот здесь вот где-то. Где-то здесь. Все, огурцы я потеряла. Кто видит огурцы? А, вот они. Господи. Что я их спрятала? Вот такие вот огурчики. У нас они стоят по 69 рублей 90 копеек. Вот такие вот огурцы у нас. Они мне вышли на 59 рублей 90 копеек. Нет, на 49 рублей. Да, на 49. Дальше яйцо спар. Прям специально, знаете, открывала, проверяла каждое яйцо, чтобы было не битое. С0 категория, яйцо куриное, столовое, отборная категория. Да-да-да. Так, они у нас по 59 рублей 90 копеек, потому что яиц дома вообще нету, даже яичницу не с чем сделать. Дальше, капуста белокочанная на 45 рублей 45 копеек. Прикиньте, вот такой вот здоровый кочан. Я сейчас скажу, сколько в нем. Здесь 3 килограмма 270 грамм, прикиньте. Всего лишь по 13,90. Это новый урожай. Это, я так поняла, наш нижегородский капустка. А, не-не-не, Мариэл. Мариэл, это капуста из Мариэл. Дальше. Томат розовый. Слушайте, мы в прошлый раз брали вот такие вот томаты розовые. Мне очень понравились. Они по 114 рублей 90 копеек. Но они прям очень классные. Они внутри мясистые. Прям видно, что прям томаты. Вышло на 159 рублей. Я взяла кило 390. Я думаю, нам пригодится. Вот. Будем что-нибудь готовить. И хурма инжирная. Я просто не смогла пройти мимо. Вот такой... Слушай, а я не показала сыр, да. Я не показала сыр на 218 рублей. Вот такой вот сыр. Это король Артур со вкусом топленого молока. Очень хороший сыр, мне нравится, я постоянно его беру. Да, я взяла вот такую вот хурму. Хурма у нас на сколько рублей получилась? Хурма по 129 рублей 90 копеек, она на 140 рублей. Она инжирная. Я прям, знаете, я прям уже... Прям ее хочу. Я обожаю такую хурму. Смотрите, она вот такая вот вся из себя. Видите, такая фельдеперстая. Вот. Инжирная называется. Она всегда практически такая вкусная, сладкая внутри. Черная. Я так соскучилась по хурме. Что не представляете? Я зимой постоянно хурму беру. Видите, какая она черная. Она вроде как шоколадная считается. Жирная. Вот взяла. Сколько я тут взяла? Я взяла килограмм 80 грамм. Она мелкая, конечно, но нормальная. Так. Кости. Кости мелкие, но вкусные. Вот такая покупка. Люблю очень овощи, люблю фрукты. Теперь у нас есть арбуз, дыня. Наготовлю сегодня еды. Вот. Шикарно. Я хурму еще люблю, знаете, какую? Называется шоколадная. Но ее тоже нужно уметь выбирать, потому что не всегда. Она вроде как смотрится такая, знаете, рыженькая. А внутри она может быть какая-нибудь беленькая. Не дошла. Вот, а я люблю именно сладкую. Еще, знаете, есть такая вкусная, я не помню, как называется. Королёк, по-моему. Вот, шикарная хурма. Правда, коктейлая. Ну, вкусная.
Вот и осень пришла. Сезон хурмы начался. Ну что, прости. Ужасно. Так, что у нас тут? В общем, ребята, вот такая закупочка. 2000, получается, у нас 2048 это спали. И дыня плюс арбуз у нас на 491 рубль. Я сначала в одну палатку пошла, потом в другую. В общем, дыня по 65 рублей. Надеюсь, что хорошая. Арбуз был по 35 рублей. Сказали, астраханский. Но вроде внешне такой неплохой. Но думаю, будет очень вкусно. Ладно, ребятки, вот такая закупка. Интересная. Даже манго купила. Ностальгия. Что вы покупаете? Как вам мои покупки? Жду всех на будущие выпуски. Всем спасибо. Всем пока. А я пошла курму хамить. Да, всем пока.